Благодаря стажировке в ПГК я полностью убедилась в том, что я правильно выбрала дальнейшую профессию. Сейчас начинаю работать в этой сфере, работаю в управлении арендой и собираюсь дальше развиваться в этом. Я попал в крутую команду, в которую вложила в меня массу знаний, как практических, так и теоретических, и отдельный респект за это моему руководителю. Тут реально можно развить множество хард-скиллов, как и софт-скиллов. Поэтому, если есть большое желание профессионально развиваться, то ПГК — это идеальное место. Я работаю в пресс-службе. Здесь я смогла раскрыть все свои таланты. Актера, монтажера, контент-мейкера, рилс-мейкера. Кто бы мог подумать. Как оказалось, ПГК не такая консервативная компания, как я думала. В этом году в нашу компанию пришел 61 стажер. В целом, в отличие от 2022 года, стажировка 2023 года была очень масштабной, и это связано не только с количеством стажеров, но и с нашей географией, поскольку мы также принимали стажеров и на наших филиалах. И у нас даже были кейсы, когда мы переводили ребят в штат на постоянные позиции еще до официального завершения нашей стажерской программы.